пятницу утром на набережном проспекте 14 ребенок выпал из окна квартиры на 5-м этаже. Дома в этот момент также находились отец и старшая сестра, но они, по предварительным данным, прилегли отдохнуть. 2-летний мальчик, играя, залез на подоконник, оперся в москитную сетку, которая не выдержала веса и вылетела. Ребенок приземлился на козырек, получил тяжелейшие повреждения, переломы, ушиб внутренних органов, черепно-мозговую травму. Как рассказали о медиа в травмцентре, его состояние оценивают как тяжелое, а сейчас за его жизнь продолжают бороться медики.